решил поделиться способом, как выбить подшипники из маятника мотоцикла Regulmoto ZR250 21 года. Понадобится вот такой вот самопальный обратный молоток. Сделан максимально просто. Вот шпилька обычная М8. Тут ручка приварена. Ну и груз. Вот. Дальше понадобится анкер на 16. По длине, в принципе, не важно. Просто вот у меня был 16 на 130, по-моему. 100 рублей в крепеже стоит. Недорого. И вот такая вот две гайки. То есть у меня тут резьбы разные, да, на молотке и на анкере. То есть две гайки сварил. Одна на М8, другая тут, не знаю, на сколько, на 12, наверное. Вот, чтобы это все вот так вот сворачивалось. Вот. С одной стороны подшипники я уже достал, дабы протестировать. Вот. И, в принципе, все успешно прошло. Так вот выглядят подшипники. Попала у меня туда вода. Ну и подшипник ржавел, встал, короче. Вот. Значит, что мы делаем? Вставляем сюда анкер. Так, чтобы он распирался на в том месте, где начинается второй подшипник, да, тот, который стоит глубже. Так, для этого надо две руки. Закрутил, ключом подтянул. Сильно крутить не надо, как в стенке. Так, от руки завернул и пару оборотов ключом добавил. Хорош. Сейчас подогрею чуть-чуть, буду убивать. Так, сено выключили, гайку навернули, переворачиваю молоток. Ставим сверху. В принципе, выбивается все без особого усилия. Такого размера груз даже, наверное, не нужен. Можешь что-нибудь поменьше взять.